Всем привет, ребята! Вы на канале Дыхание ночи, и сегодня у нас информация о наследии, а также интервью от Candice King. Чтобы не пропускать никакие видео, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте и Инстаграм. Давайте начинать. Новости кастинга. К заключительной главе древних появится Ария Шахасами, который сыграет возлюбленного Хоуп. Впоследствии он также переберется в новый спин-офф наследие. И плюс ко всему, есть официальный арт сериала «Наследие». Будут субтитры или мне просто говорить на более понятном английском? В итоге Кэролайн и Клаус будут вместе. Должна сказать, это очень популярная теория, и для тех, кто придумал ее, это не настолько оригинально для древних. Наш любимый персонаж умрет в этом сезоне? Ну, это случилось в дневниках вампира. Наш очень любимый персонаж умер, поэтому... Есть вероятность. Но это не значит, что это случится. Клаус умрет в финале. Многие люди умирают в таких сериалах. Это их неотъемлемая часть. Один из главных персонажей дневников вампира будет в финале. Возможно. Диклан — опасный психопат. Это мой любимый. Вам стоит посмотреть. Просто посмотрите и узнайте ответы. Это все, что вы сможете сделать.